на даче. Я, мама и папа. И я очень люблю, когда к нам приезжают гости. Чаще всех у нас бывают тетя Настя и ее муж дядя Володя. Он композитор. Он сочиняет песенки. Вот. Эх, картофель гнездовой, не растет он сам собой. Это его песенка. Может, слыхали? А теперь мы ждем в гости еще одного нашего родственника, дядю Костю. Он живет у черта на куличках. Это где-то в Арктике. Я выбегаю на дорогу посмотреть, не показался ли дядя Костя. Но дорога пуста. На ней кружатся волчки из пыли, да еще шагают мачты высоковольтной передачи. Мачты высокие, и все на трех ногах, как будто они шагают и гудят басом, и несут на своих широких плечах провода толщиной в руку. Дядя не показывался. Папа сказал, что нужно набраться терпения. Кулички — это далеко. До них не доедешь на электричке. Вот сначала летишь туда на самолете, потом плывешь на пароходе и в конце концов пересаживаешься на собак. Как бы мне хотелось добираться до своего дома на собаках. Взял бы я тогда каюрскую палку, сел бы в саночки. Пошли, пошли! Быстрее! А папа надо мной смеется. Нормальный человек, говорит, он не станет жить у черта на куличках. Не станет он добираться до своей постели на собаках. А чего хорошего, трястись в саночках, когда кругом зверский холод и в небе полыхает полярное сияние? Нет, папу не соблазнишь сиянием. Не на того напали. Не нужны ему и собаки. Папа больше любит трамвай. Входишь с задней площадки, платишь 30 копеек и езжай на здоровье. Ниоткуда не дует, тепло, едешь и читаешь газету. А в газете интересные новости. Вот, найден самородок золота весом в 2 килограмма. У носорога в зоопарке вырвали больной зуб. Гардеробщик Алексей Плахов выиграл по футбольному билету в Лужниках пианино. Интересно. Попробуйте почитать газету, сидя верхом на олене. Ха-ха-ха! Нет. Папа не сядет ни на оленя, ни на тюленя, ни на моржа. Он не будет жить в яранге или в чуме. Не станет он отапливать комнату рыбьим жиром. Все это для таких людей, как дядя Костя. Он это любит. Он любит спать на моржовой шкуре, ездить в жестком вагоне и кушать галеты вместо сдобы. И мне не терпелось встретить дядю Костю. Сегодня утром я снова выбежал на дорогу и увидел тетю Настю. Она шла с вокзала с маленьким чемоданчиком в руках. Приехала. Тетя Настя, идите, идите сюда. Не надо шуметь, милый. Не кричи, пожалуйста. И так голова трещит. Настенька! Настенька! Откуда в такую рань? Боже мой, что-нибудь стряслось? Ничего, ничего страшного. Меня оставил Владя. Что ты говоришь?
Как это может быть? Он ведь всю жизнь безумно в тебя был влюблен. Вот именно был. Он взял вещи. Побросал все в чемодан, вызвал такси и уехал. Я даже не знаю, куда. Чудовищно! Мама обняла тетю Настю за талию и повела на веранду. Я шел сзади. Папа увидел нас, когда мы начали подниматься по ступенькам. О, боевой подруге славного товарища Туровского наш могучий родственный привет. Оставь ты, ради бога. Ну, прекрати, я тебе говорю. У Насти большое несчастье. Ее бросил Володя. Ну, вы меня разыгрываете. Тебе серьезно говорят. Нет, не на того напали, нет. Меня по дешевке не купишь. Увы, это правда. То есть, как это бросил? Это я не понимаю. Все началось с пустяков, щепуховой размолвки. Тогда он придет, вернется как миленький. И еще будет просить прощения. Он не вернется, это навсегда. Ну, если это так, то он неблагодарная свинья. Ты вывела его в люди, сделала человеком, ведь он был буквально-таки не... Я извлекла его из ямы. Из какой ямы? Из оркестровой, он был лабухом. А что такое лабух? Лабух — это ничто, это кличка рядовых музыкантов. Ах, вот что. Весь вечер тетя рассказывала про дядю Володю и лабухов. Не дай бог с ними связываться. Просто ужас какой-то, они люди. Целый день они сидят в своей оркестровой яме, дудят и пиликают на разных инструментах и знать ни о чем не хотят. Никаких запросов, никаких интересов. Владя был типичным лабухом, тихим и беспечным. Поверите, когда он ко мне переехал, он привез с собой 2 белых бантика под манишку, парадный черный костюм и 3 пары трусов, весь его гардероб. В то время Владя ни о чем не думал, ни к чему не стремился, ни о чем не мечтал. Как-то я спросила его, есть ли у тебя возможность выдвинуться в своей оркестровой яме? Нет, ответил он. Можешь ли ты стать первой скрипкой? Никогда. На что ты надеешься? К чему стремишься? Я люблю музыку, я играю на любимом инструменте, и мне хорошо. Владя, сказала я. Человек в жизни должен иметь цель, мечту. Это же исторический факт, что каждый солдат хочет стать генералом. Тебя не назначат первой скрипкой? Попробуй стать композитором. Все же говорят, что ты прирожденный мелодист. Это чудная мысль. Лучше продавать свои мелодии, чем играть чужие. Правда? Хорошая мысль. Совершенно верно. А с каким нечеловеческим трудом мне удалось вбить в его ленивую голову? Один бог знает, чего мне это стоило. Кончилось все это тем, что он начал сочинять и быстро пошел в гору. Да, он способен. Мне бы его способности, я бы тоже не растерялся. Он способный, он талантливый и здоровый, как буйвол. Поверьте, он не знает, где помещается у него сердце. Он никогда не жаловался на повышенное давление, на сердечные спазмы, на камни в печени, и ни одна композиторская хвороба не приставала к нему. Он мог сочинять по 16 часов в сутки. Он сочинял песни, марши, мазурки, фокстроты, музыку для фильмов, о гнездовой посадке картофеля, об угольных комбайнах, охоте на енотов и многом другом. И, в общем, мы прекрасно жили. Но я же на этом не успокоилась. Владя, сказала я, надо ковать железо, пока горячо. Что я еще должен отковать, спросил он. Музыку для полнометражного фильма. Такой мастер, как ты, должен переходить на большие формы. Вот тут-то все и началось. Вот тут-то он и взбунтовался. Он начал вопить, что он не музыкальная машина. Он не может, видите ли, ежеминутно выдавать новые мелодии. Ему надоела эта вечная суета, погоня за деньгами, за вещами, за славой. Он, видите ли, хочет обратно в яму к своим скромным лабухам. Как было ему хорошо вечерами сидеть у пюпитра и слушать праздничный шум, доносящийся из переполненного зала, играть Раймонду. Ну, а не мелодичную труху, которую сочинил сам. Это он выпендривается. Вот попомни мои слова. Он не вернется в свою оркестровую яму. Так он побросал свои вещи, старый чемодан, взял такси и уехал. Ну, не горюй. Он прибежит. Он прибежит к тебе без шапки. Он откроет лбом калитку. Он вернется к тебе и к своим вещам. Но обязательно вернется. Конечно. Обязательно вернется.
А пока останься у нас, дорогая. Место найдется. Мы поставим в Петиной комнате раскладушку. Там хорошо. Перед самым окном цветет жасмин. И воздух такой чистый, будто на всем белом свете нет фабричных труб и автомобилей. Спасибо. Спасибо, родные. Не стоит, моя милая, не стоит. Ну, успокойся, успокойся. Тетя осталась у нас. Я люблю тетю Настю. Она большая, красивая, и волосы у нее такие золотые. А на солнце хорошо видно, что золотой пушок растет у нее над губой. Она ласковая, милая, никогда не ругает меня и не гонит за стол учить уроки. Как бы мне хотелось, чтобы она никогда не вздыхала, не плакала, не смотрела на дорогу, не приехал ли дядя Володя. Петенька, погляди, детка, на дороге никто не показался. Нет, никого не видно. Кажется, мотоцикл? Да. О, как несется-то. Наверное, 100 км/ч. А в коляске кто-нибудь есть? О, здорово, через яму перепрыгнул. Ну, здравствуйте. Константин Петрович. Мама, папа, дядя Костя из Арктики на мотоцикле приехал. Я так и знал, что ты не приедешь на электричке, как все люди, а? А мотоцикл разве не для людей? Мотоцикл – транспорт для самоубийц. О, о самоубийстве не может быть и речи. Я хочу жить долго. Не зря я включил себя в список долгожителей. Вам так нравится жизнь? Очень. Дядя взял чемодан и начал раздавать подарки. Он прошел у нас целый день и уехал поздно вечером. Мама даже боялась, что в темноте он влетит со своим мотоциклом в какую-нибудь яму и так разобьется, что мы после костей его не соберем. Но через 2 дня опять раздалось. И я побежала открывать ворота. Потом дядя приезжал еще, еще и еще. Да, это неспроста. Тут что-то есть. Дядя Костя никогда не интересовался нами, и вдруг у него прорезались родственные чувства. Откуда такая любовь? На что ты намекаешь? А ты подумай. Я не знаю. Ну, по-моему, нетрудно догадаться. Он приезжает сюда специально для одного человека. Для кого? Для Пети. Он хочет научить его завязывать веревку морским узлом. Теперь все понятно. 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 Дядя Костя когда-то был настоящим моряком. Он знал 24 способа завязывания узлов. Он показал мне, как вяжется прямой узел, рифовый, шкотовый и брамшкотовый. Все мальчишки, даже Гошка Пресняков с 8-й просеки страшно завидовали мне. За брамшкотовый я полдня катался на велосипеде. Дядя обещал еще научить меня вязать 8-ку, беседочный двойной и рыбацкий штык. И вот дядя Костя появился у нас в воскресенье. Я взял веревки, и мы пошли в лес вместе с тетей Настей. Как здесь чудесно! Вы любите лес? Особенно по утрам. Вам приходилось входить в лес вместе с первым лучом солнца? Ну, разумеется, не приходилось. Я ведь ужасная лентяйка. Вы многое потеряли. Да, я вообще многое потеряла в жизни. Дядя Кость, вы обещали показать, как вяжется двойной беседочный. А, да-да. Вот. Вот смотри. Понятно? Ага. На такой петле поднимают матросов, чтобы покрасить трубу на пароходе. Ага. Я тоже хочу научиться. Да ну, тетя, зачем вам-то знать? Вам ни один капитан ведь не доверит красить ни миноносец, ни крейсер.
Вы разве не разрешили бы мне покрасить дымовую трубу? Вам? Дядя. Молчи. Вам? И трубу, и мачту, и борт. Весь пароход. Значит, петля. Петля вяжется так. Так? Нет, нет, нет. Конец продевается сюда. Ага, вот так? Нет. Боже мой, я, наверное, ужасно бестолковая. Ничего, не все еще потеряно. Давайте передохнем немного. Ну, тетя! Я очень устала. Тетя, вы забыли, что нам надо еще пройти сегодня рыбацкий штык? Милый, а что, если штык оставим на завтра? Да, ну... Милый, отложим на завтра для лучшей усвояемости. Да, а сегодня пусть дядя Костя расскажет нам, как он жил у черта на куличках. Вы там тоже вязали узлы? Железные. О, видите этих трехногих великанов? Да. Это мачта высоковольтной передачи, их-то мы и ставили на ноги. Умопомрачительно. Мы тянули передачу через тайгу. Вы самый настоящий герой, а таких снимают картины. О, не надо слишком громко восторгаться. Этим достаточно старательно занимаются начинающие очеркисты. Нет, 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 что не говорите, это героизм. Пробиваться в холод, в пургу, через льды и тундру, чтобы дать людям свет и тепло. А мы сидим в душных жилищах и стережем свои маленькие удобства. Скажите, разве так надо жить? Не знаю. Нет, вы знаете, вы прекрасно знаете. Только вы не хотите меня обидеть. Вы решили что-то изменить в своей жизни? Хорошо просыпаться в палатке утром и дышать свежим воздухом, травой, кедровой шишкой, утренней росой. И еще пусть пахнет сосновой стружкой, досками и, если надо, цементом. Честное слово, в один прекрасный день я все брошу, надену комбинезон с карманами до колен. Даже так? Да, даже так. Бросите все? Дядя Костя уехал поздно вечером. Он так и не показал мне, как вязать рыбацкий штык. А на следующий день к нам пришел, кто бы вы думали? Дядя Володя. Мы совсем забыли про него. Правда, он не прибежал, как говорил папа, без шапки. Не открыл он и лбом калитку. Он не спеша шагал по дороге. Я со всех ног кинулся к тете Насте. Она сидела в комнате, красная, как индеец. Лицо ее было вымазано клубничным соком. Это для того, чтобы на нем никогда не появлялись морщины. Я закричал: «Тетя Настя, идите скорее! Дядя Володя на дороге!» Глупо, не могу же я выйти, когда еще сок не пропитал кожу. Пусть дядя подождет меня на веранде. Я побежал обратно и сказал: дядя Володя, тетя в соку, она не может прийти. В соку? Ясно, это надолго. Дай мне что-нибудь почитать. Дядя прочел вечерку, журнал здоровья, и когда он взялся за моду сезона, вошла тетя. На ней было новое сиреневое платье, волосы перевязаны бантиком, а с ушей свисали подвески, маленькие серьги. На лице ее не было ни одной морщинки. Ах, это ты, Владя! Как видишь, я. Ты
Ты легко нашел меня, мой мальчик. Да, моя девочка, тебя легче найти, чем потерять. Хам, остроумный мой хамишкин. Да, я тебе потреблю за ухо. Прошу тебя, оставь эти штуки. Какой ты грубый, Владя. И рубаха на тебя не свежая. Что поделаешь, я совершенно заброшен, за мной некому доглядеть. Да, она совсем мятая. Хочешь, я постираю? Сойдет и так. Нет, нет, я обязательно должна постирать. Не будем ломать комедию, надоели мне эти комедии. Хорошо, выйдем в сад. Нам надо поговорить. Все уже говорено, оговорено, переговорено. Надоело мне это, говорильня. Я пришел за ключом от квартиры, мне нужно взять партитуру Раймонды. Тебе больше от меня ничего не нужно? Слава богу, ничего. Ты твердо решил лезть в свою яму? Слушай, не будем жевать одну и ту же жвачку, дай ключ. С ума сойти можно от этого человека. Когда-нибудь я получу ключ. Я поеду в город с тобой. Не тревожься, вещей я не возьму, мне нужны только ноты. Боже мой, разве можно в такие минуты думать о вещах? О них-то ты только и думаешь. Вещи, вещи, когда рушится жизнь. У тебя ничего не рухнет, на этот счет я спокоен. Тетя надела плащ, и они пошли на вокзал. Обратно она приехала поздно вечером. Что с тобой? На тебе лица нет. Все кончено. Финита. Какая финита? Ах ты, Господи, это из паяцев. Это конец по-итальянски. Ну, никакая не финита. Попомните мое слово, он прискачет сюда галопом. Довольно, довольно твоих пророчеств. Настя не нуждается в утешениях. Все, что ей остается, забыть Владю. Несколько дней тетя Настя лежала в своей комнате. На ее лице была такая грусть, что даже папа ходил мимо ее дверей на цыпочках. Она лежала до тех пор, пока не приехал дядя Костя. Они вышли в сад. Они долго ходили взад и вперед по дорожкам. Что это за песенка? Прощание с Римом. Красивый мотивчик. Хочу светлячков. И хочу, чтобы всегда было лето и тепло. И еще хочу светлячков. Интересно знать, где дядя возьмет ей светлячков. Я и то их никогда не видел. Ежа в нашем лесу еще можно достать. Попадаются прекрасные ужи. Но светлячка... Отрубите мне руку, если поймаете хоть одного светлячка. А вы любите светлячков в ночи? Вы милая, поэтичная. Как хорошо, что я встретил вас. Потом дядя замолчал. Тетя опять сказала про светлячков. Мне надоело слушать. К тому же у меня заболел живот. Я слез с подоконника и лег на кровать. Я подложил подушку под живот и начал смотреть на небо. По небу ползла большая черная туча. Она часто вспыхивала изнутри, словно кто-то зажигал в ней электричество. Иногда из тучи выскакивали молнии. И тогда далеко вокруг становилось светло, и были видны заборы, домики, железные мачты, электропередач, настоящие великаны. И я заснул. Мне снилось, будто я
дядя Кость, тетя Настя вместе с железными великанами шагаем через степи, леса, горы, в деревни, к людям. И всюду, куда мы ни приходим, зажигается свет. Я проснулся утром. Ко мне пришел Гошка Пресняков с восьмой просеки. И я вспомнил про светляков. Гошка, найдутся ли у тебя светляки? А много тебе нужно? Ну, хотя бы парочку. Что ты будешь с ними делать? Да нет, не мне, тете Насте. Она жить без них не может. Ну что ж, достанем. В лесу есть местечко, где они живут. Вечером Гошка принес мне здорового светляка. Я зажал его в кулаке и побежал к тете. Она сидела с дядей Костей. Они говорили о том, как хорошо в палатке, в степи, где нет трамваев и магазинов. Я подбежал к ним. Смотрите, тетя Настя, хороший, да? Это еще что за гадость? Опомнитесь, тетя, это ведь настоящий светляк. Зачем он мне? Вы шутите, тетя. Если я выпущу его из рук, это навсегда Гошка больше не принесет. Можешь его выбросить. Постой, постой, Петя. Настенька, я, кажется, начинаю понимать, о чем он говорит. Видимо, он слыхал наш разговор, помните, вчера вечером? Ах, вот как. Ну да. Ну, милый мальчик, спасибо тебе. Чудный парень. Да, я тебя поцелую. Ну. Эх, мне бы такого парня. Просто прелесть, а не парень. Слушайте, а что же мне в конце концов делать с светляком-то? Подержи его у себя немного. Так что не волнуйся, все в порядке. Да нет, я не волнуюсь. И не обижайся, пожалуйста, на нас. Да нет, я не обижаюсь. Ну, возьми, положи его в коробочку. А когда он понадобится, я попрошу у тебя. Ну, хорошо, только знайте, тетя, он долго не проживет в коробочке. Ему нужен свежий воздух. Все мы живем в душных коробочках, всем нам нужен свежий воздух. Не так ли, Константин Петрович? Ну, я положил светляка в коробочку. Я просто не знал, куда его деть. Светляка хорошо всегда иметь при себе. Открыл коробочку, посмотрел, жив ли он. Но мне некуда спрятать было коробочку. В моих штанах нет ни одного кармана. Мама говорит, что мальчики моих лет могут обойтись и без карманов. Вот тетя Настя шила себе комбинезон синий, весь в молниях. Карманы до колен. Вот бы мне такие карманы. А то поймаешь, скажем, лягушку, и ее буквально некуда деть. Или светляка. Вот пришлось положить в коробочку и спрятать под веранду. Кстати, никто на свете не знает, что едят светляки. Вот что едят львы, известно, ягуары тоже, леопарды, ну, это каждый дурак знает. А вот чем кормить светляков, никто не знает. Папа и тот понятия не имеет. Пап! Ну? А, пап? Ну, что? Чем кормить светляков? Светляк, это, кажется, южное насекомое. Попробуй дать ему лавровый лист. Ну, как бы не так. Дам я вам лавровый лист для всяких ваших глупостей. Мама, как бы вы потом не пожалели, он ведь может умереть. Если это случится, она не оденет траурное платье, нет? Ну, ведь этот светляк-то не мой, это тетя Настя. Ну, это ты, брат, заливаешь. Тетя Настя в руки его не возьмет. Ой, еще как возьмет. Она вон вчера у дяди Кости целый вечер просила светляков. Так и просила? Ага. Она говорит, что жить без них не может. Вот как? Да. О, теперь все ясно. Нет, ничего не ясно. Зачем ей вдруг понадобились светляки? Зачем? А, ну, ты бы побольше читал художественную литературу, если у тебя нет ни воображения, ни собственной лирической жилки. У тебя есть? Есть. Я все прекрасно понимаю. Раз дело дошло до светляков, все идет как нельзя лучше. Ну, раз так дай бог, я за нее рад. Ох, она из него сделает человека. Ты так думаешь? Да, через год ты его не узнаешь. Он не будет больше мотаться по белу свету и жить в ярангах, в палатках и черт знает где.
она возьмет его в свои шелковые железные рукавички, и он на нее не пикнет. Посмотрим, как она его скрутит. Пап, все-таки чем же его кормить-то? А кого? Ну, светляка. А, это теперь не суть важно. Светляк уже пройденный этап. Как не важно, пап, вы посмотрите, как он похудел. Нет, он прекрасно выглядит. Ой! Да, можешь даже спросить об этом у дяди Кости. И больше не приставать нам. Я спрятал светляка под веранду. Дядя Костя не приезжал к нам целых 2 дня. Я вышел на дорогу посмотреть, не едет ли дядя. Дорога была пуста. Гудели провода. Дядя приехал утром. Он сразу побежал на 2-й этаж к тете Насте. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? О, дядя Костя! Что с вами, Настенька? Да не пугайтесь, ради бога. Ну, это клубничный сок. Ой. Да, наши дамские ухищрения, чтобы быть красивее. Одну минутку. Я сейчас, сейчас. Что это? Да это носок смывает. Она в соку. Настенька! Да? Вы читали сегодня газеты? Нет, вам еще не принесли. Какие цифры опубликованы? Просто дух захватывает. Ну, обязательно прочту, обязательно. Вы понимаете, будут строить энергетические кольца, нечто грандиозное. Они опояшут всю страну. Вы представляете себе могучий пояс? Электрический пояс. А вот и я. Говорите, электрический пояс? Да, электрический пояс, это грандиозно. Нет, вы почитайте. Сибирь, Запад, Северо-Запад, Казахстан, везде будут создаваться энергосистемы. Мы теперь на вес золота. Но вы же хвостунишка, так-то и на вес золота. Петь, она нам не верит. Да ну ее. Да вы скажите только одно слово. Куда? А что значит куда? Куда нам поехать? А? Не пройдет и недели, как мы будем в поезде или в ракетном самолете. Я позавидовал тете. Она будет жить где-то у больших гор. Ранним утром она выйдет из палатки в своем комбинезоне. Она сядет в кабину подъемного крана. Она будет ставить с дядей железные мачты. Ну так куда? Нет, не подгоняйте меня. Я же не могу так быстро. Мы ведь не на скачках. Понимаю. Простите, я обожду. Но вы поймите меня, ведь я очень соскучился по работе. Все мы соскучились. Весь день тетя ходила задумчивая. Видно, не так-то легко выбрать место для своей палатки. Прошла неделя, а может быть и 2, тетя все еще ничего не могла решить. Дядя приезжал каждый день. Я уже научился вязать рыбацкий штык. Я уже знал 24 способа завязывания морских узлов. И вот однажды вместо дяди Кости к нам приехал дядя Володя. Он привез корзину с яблоками и апельсинами. В ней еще лежали конфеты и бутылка вина. Все это было перевязано красивым голубым бантом. Дядя Володя понес корзину в тетину комнату. Мы стояли внизу, ожидая, что будет дальше. Я, кажется, был прав. Он открывает лбом калитку. Ты великий психолог. Очень скоро на лестнице опять появился дядя Володя. Он нес на плече ту же корзину.
За ним вышла тетя. Мы уезжаем. Как? Зачем такая спешка? Ну, поживи еще немного. Нельзя. Володя заключил договор на музыку для полнометражного фильма. У него уйма работы. Не могу же я теперь оставить его одного. Я совершенно заброшен. Живу без домашнего тепла, как на льдине. Милый, глупый, бедный, несчастный мой поросячий композитор. Ну, что мне с тобой делать? Любить, любить, любить. А как же мне тебя любить, если ты плохой? Я хороший, я способный и талантливый. Человек о себе не дурного мнения. По-моему, я не только талантливый, я даже малость гениальный. Вот послушайте, какие я сочинил народные частушки. Я нашла своего мелка, варит пищу у костра. Над костром висит казан, в казане лежит и баран. Эхма, эхма, ночь темна, не видно зги, затуманились мозги. Где костер и где казан, где мелок и где баран? Эхма, эхма. Неплохо закручено, а такие частушки с руками оторвут. Ну скажите по совести, ну надо было поднимать всю эту кутерьму, так себя мучить, столько страдать. Не будем возвращаться к этому вопросу, не будем. Открывайте шампанское. Ну, открывай шампанское. Ну, будем здоровы. Живите богато. За Настеньку. Да, ну конечно. Спасибо большое. А как же Настенька с энергетическим кольцом? Обойдутся без меня. А это еще что за кольцо? Не на мой палец. А все же? Ну, хватит, не будь любопытен. Много будешь знать, скоро состаришься. А если я любопытен? Все. Финита. Допиваем шампанское и дело с концом. Правильно. Деточка моя. Тетя Настя и дядя Володя уехали от нас. Она даже забыла взять своего светлячка. Вечером я сидел на ступеньках веранды и вдруг услышал. Слышите? Мотоцикл! Он тут как тут. Я сплю. А меня нет дома. Я подошел к дяде. Он слез с мотоцикла, веселый и красивый. Кожаная рубаха плотно облегала его широкую грудь. Тетя дома? Нет. Ушла в лес? Уехала. В город? Ага, с дядей Володей. Позволь, с каким дядей Володей? С лабухом из ямы. Он опять вылез из ямы и забрал с собой тетю. Ты это точно знаешь? Ну, точнее быть не может. Он привез корзину яблок и апельсинов, потом все пили шампанское. Слушай, она мне ничего не оставила? Нет, ничего. Ну, может быть, какую-нибудь, ну, письмо там, клочок бумаги. Она только оставила комбинезон. Мне? Нет, просто забыла его взять. Ну, помните, красивый такой. С карманами деколе. Дядя, что вы закрыли лицо руками? Так, ничего. Дядя, она и палатки поставить бы не сумела. Если бы я был большим, я бы поехал с вами. Спасибо, Петя. Спасибо. Ну, до свидания. Ну-ка, иди сюда, я тебя поцелую. Постойте, не уходите одну минуту, дядя. Возьмите, пожалуйста, вот эту коробочку. А что в ней? С
светлячок. Он не движется. Умер. Может, он спит? Нет. Он уже не проснется. Найти вам другого светляка? Нет, милый. Больше не нужно. И этого вполне достаточно. Мы больше никогда не увидимся. Да не горюй, Петя! Мы встретимся с тобой. Ну, до свидания. Куда ты уехал, дядя Костя? Мой сильный, смелый дядя Костя. Ты уехал к своим великанам. Мы увидимся с тобой, дядя Костя. До свидания!